Привет, ребята! С вами Вовкин. Вы смотрите канал Мультикекс. Сегодня мы с вами поиграем в игру Токамини. В этой игре можно создавать вот таких вот замечательных разных персонажей. Можно сделать вот такого дедушку, или собачонка, или котенка. А можно что-то придумать самому. Давайте же попробуем. У меня пришла, ребята, идея создать черепашку-ниндзя. Давайте же попробуем. Давайте подберем фон другой. Косточки, да не он подходит, не хочу. Волны. Так. О, с молниями прикольный. Эх. Ладно, сейчас другой еще найдем. С капельками. А я хочу с молниями. Так. О, или просто пускай будет голубой. Нет, хочу все-таки с молниями. Со звездочками. Сколько тут разных фонов, ребята. Просто куча. Так, ну где же с молниями? Вот он, прикольный. Итак, давайте начнем, наверное, с головы. Голова — это самое важное у черепашки-ниндзя. Ну, хотя не только у черепашки, у всех голова, наверное, самое важное, потому что голова, всему голова. Так, черепашка-ниндзя у нас зеленого цвета. Какой же выбрать цвет? Вот такой вот, может быть? Или все-таки вот такой? Как вы думаете, ребята, наверное, вот такой лучше подойдет. Вот так вот. У нас будет, давайте сделаем Леонардо. Он был в синей повязке. Так, сейчас мы ему сделаем повязочку. Ну, где-то вот так вот. И теперь давайте добавим глазки. Какие же у нас будут глазки? Какие у черепа глазки вообще? Вот такого плана. О! О, ребята, смотрите. По-моему, уже у нас получается похоже на черепаху. На черепашку-ниндзя. Какой же рот ему. Давайте попробуем вот этот. Так, вот такой ротик. А можно рот увеличить? Эх, нельзя, жалко, нельзя рот увеличить. Так, нос. Но носик, насколько я помню, был у черепах вот... Ой, не такой явно. Ну точно не такой. Вот такой. Только почему он розового цвета? Вот это, конечно, не очень хорошо. Давайте попробуем вместо носа, может, ему вот такую палочку. Вообще-то это усы, конечно. Да нет, это нам не подходит тоже. Может, вот такой хрюндель ему сделать? Нет, не похоже на черепаху. Ладно, давайте вот такой вот. Мы сделаем носик розовый. Ну что ж поделать. Вот такой вот получился нос у черепашки. Поровнее его сейчас сделаем. Так. А теперь. Ой. Ой-ой-ой. Подожди, не расстраивайся. Я тебе сейчас все доделаю. Ребята, мне нужен черный цвет. Может быть, сейчас мы исправим ситуацию с носом. Смотрите, можно взять, например, вот так вот. И вместе носа зарисовать чем-нибудь черным. Например, вот такой вот штучкой. Можно уменьшить и перевернуть. И она у нас зарисует, будет вместо носа. Точно? Смотрите, так же красивее. А вот эту розовую мы сейчас... Вот этот розовый нос мы сейчас уберем, наверное, вообще. Правильно, ребята? Вот, смотрите, я вышел из ситуации. Вот так вот, главное, хитрость, так сказать, и выдумка. Вот так, мне кажется, лучше. Так больше у нас похоже на Леонардо. Правда, ребята? Лайк ставьте за мою интуицию. Ха-ха, ну что, давайте разукрашивать нашего Леонардо дальше. Ой, что ты там чешешься, заждался уже. Давайте начнем с ножек. Начнем с ножек. Подошвы, по-моему, у черепах всех коричневые, такие темно-коричневые. Давайте сделаем. Так, не туда я нажал. Вот так, покраска, ага.
где коричневый цвет у нас. Вот такой. Сделаем подошву коричневую такую. Вот так вот, похожий на цвет панциря ихнего. Так, дальше продолжаем ножки зелененьким. Вот этот у нас цвет был. Вот так вот. Ой, не дорисовал. Вот так вот, ребята. Должно быть примерно ровненько. Где-то вот так. А теперь смотрите. Эх, подошва немножко замазалась. Вот, красота. А теперь давайте сделаем синие повязки, как у Рафа... Ой, как... Кого мы делаем? Как у Леонардо. У него же такие синенькие повязочки на руках и ногах. Вот и мы ему сейчас тоже сделаем такие же повязочки. Так, вот это слишком широко получилось. Но ничего, мы сейчас это исправим. Мы сейчас дорисуем. Вот как-то так вот. О, красота, ребята. Так, что у нас дальше? Давайте перейдем к ручкам теперь. Вот наша ручка. На ручке должна быть тоже повязочка. Где-то в районе локтя, по-моему. Так. О, можно лучше так всю руку. А потом, смотрите, теперь вот здесь в районе локтя добавим синенькую повязочку. Так, давай следующую ручку. Тоже всю делаем вот так, зеленым рисуем. А теперь посередине, где-то в районе локтя, синенькую полосочку. Так, ух ты, ребята, у нас даже пропорционально почти ровненько получилось. Круто! Так, ну и все тело теперь разукрашиваем тоже зеленым. Вот так вот. И делаем теперь синюю полосу. А как же сделать ее? Синюю широкую сделать полоску, что ли? Чтобы было видно, что это Леонардо. Нет, слишком широкая, мне кажется. Надо сделать ее поменьше. Поменьше сделать ее в районе ближе к груди, мне кажется. Вот так вот. А ну-ка. Опа, смотрите, ребята. Какой у нас красавчик получился. Ему аж самому нравится. Леонардо, ты доволен? Ой, застеснялся. Няша-стесняша прям. Давайте попробуем нарисовать ему кубики пресса. Он же у нас крутая черепашка-ниндзя. Сейчас мы ему нарисуем что-нибудь такое крутое. Так, а как же нарисовать ему пресс, ребята? Сейчас я попробую. Берем, например, вот эту палочку. Сделаем только поменьше. И поровнее. Так. Так, надо теперь покрутить, чтобы она ровненько у нас встала, ребята. Вот так вот. Давай поменьше становись. Есть. Еще одна. Рядышком. Вот так. Ну и вот это как-то так. А теперь давайте ему рисовать пресс. Берем вот эту теперь. Вот, это поменьше, она прикольная. Теперь ее крутим, крутим, вертим. Смотрите, и делаем черепашки нашей пресс. Вот так вот делаем. Теперь вот эту поворачиваем также. Можно не вплотную, вот так. Теперь рядышком. Вот так вот. И еще. Так, давайте посмотрим. Ох ты, смотрите. Ему нравится, мне кажется. Вот такой вот, ребята, у нас получился Леонардо. Можно еще и на спине ему что-нибудь добавить, мне кажется.
А, нет, на спину нельзя. Ой, чуть не испортил. Жалко. А я думал, на спину тоже можно что-нибудь нарисовать. Нельзя. Ну ладно, вот такой, в общем, у нас получился Леонардо. Давайте его сфотографируем. О, получился, красавчик. Смотрите. Оп, коробка закрывается, и готова у нас коробка с игрушкой. Открывается новая коробочка, и можно делать нового персонажа. Давайте быстренько, знаете, кого еще сделаем? Я уже делал его, но еще не снимал на это. Сделаем бандита. Сейчас я сделаю, покажу вам, как его делать. Так, ну что же. Бандит у нас будет начинаться с ног. Так, берем полосочки. И будем делать бандита сейчас, ребята. Начнем с черной. Так, теперь белая. А хотя зачем нам белая, если оно все и так белое? Смотрите. Берем, теперь делаем полосочки такие. Ой. Ой! Слишком много полосок. Так. Так. Вот так. И вот так. Что у нас дальше? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Дальше. Угу. Еще чуть-чуть. Так, вот так, вот так. Осталось разукрасить ножки. Ой, ножки. Осталось разукрасить ручки, ребятки. Готово. Это рука. Теперь давайте вот эту руку. Так, 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 так. И вот так. О, готово. Так, теперь давайте глаза ему сделаем. Где глаза? Глаза, глаза. Какие ему бандиты должны быть злые глаза. Эх, вот эта полосочка, мне кажется, лишняя. Давайте сделаем вот так вот. Ух ты, какой он злодей получился, ребята. Вы посмотрите на него. Вот такой ротик ему. Так, ну надо кое-что исправить тут. Вот эта, мне кажется, полосочка будет лишней, вот эта лишней. Хотя, может быть, еще одна здесь поместится. Вот так вот. Да? Так. Ну, нос ему, мне кажется, даже не обязательно, ребята. Хотя можно сделать вот такой вот черный. Вот так вот. Брови у него и так уже есть. Вот такой у нас злодей-бандит получился. Смотрите. Похожий даже на зебру. Ребята, у меня пришла идея. А если взять ему изменить глаза и рот, то это будет зебрёнок. Давайте попробуем. Нет, не будем. Ну ладно, смотрите, он не хочет, отказывается. Давайте до следующего. Ух ты, напугал прям меня. Ух, какой. Не пугай, не шали. Ладно, ребята, мы с вами увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите комментарии, кого бы вы хотели, чтобы я еще сделал. С вами был я, Вовкин. Всем пока-пока.